Здравствуйте, уважаемые коллеги по бизнесу. Сегодня с вами Владимир Печеный. И сегодня мы с вами поговорим о проекте SurfEarner. Это один из проектов, который будет участвовать в нашей системе, бизнес-системе под названием YoStartup. Итак, что собой представляет SurfEarner? Это рекламная площадка, где мы можем с вами просматривать рекламные баннеры и видео и зарабатывать на этом. Плюс есть 10-уровневая партнерская программа линейная. Минимальная сумма на вывод 10 рублей. Вывод на 4 платежные системы. Это Kiwi, Payeer, Яндекс.Деньги и WebMoney. Вывод автоматически, деньги приходят сразу. Просматриваем мы баннеры в автоматическом режиме, значит, после регистрации мы устанавливаем специальное приложение на свой браузер на выбор, либо на Google Chrome, либо на Opera, либо на Firefox. И если мы переходим по сайтам, да, то есть проходим по разным вкладкам в браузере, у нас периодически появляется рекламный баннер вверху, просматривается он определенное время в зависимости от того, насколько времени заказывал рекламодатель, то ли 20 секунд, то ли 30, то ли 60, то ли 40, то ли 60. И, в принципе, нам за это зачисляется определенное количество денег. Баннер появляется автоматически и исчезает автоматически. Дополнительно внутри бэк-офиса мы можем еще просматривать видеоролики и за одну минуту просмотра зарабатывать 35 копеек. Оплата идет в рублях. Значит, данный вид заработка на просмотре видео еще находится в бета-режиме, и просматривать нужно заходить в свой бэк-офис. Это дополнительный заработок. Также напомню, есть 10-уровневая система. Чтобы получать от рефералов, нужно обязательно в течение 48 часов просмотреть минимум 10 рекламных баннеров. Вот такое вот условие. Итак, приступим к регистрации. Значит, так как здесь партнерская программа, обязательно берем реферальную ссылку у своего спонсора. Хочу обратить внимание, так как мы работаем в системе, по системе, да, через, проходя три этапа. Первый этап — это у нас бесплатные вот эти вот автоматизированные виды заработка. Один из них является SurfEarner. Значит, я рекомендую придерживаться спонсорской ветки нашей команды. Так что берете реферальную ссылку, где ее взять, заходите в свой бэк-офис, если вы уже зарегистрировались. Находите раздел «Мои рефералы», пускаете вниз, и вот есть реферальная ссылка. Так же самое есть реферальные баннеры, ну вот вам нужна реферальная ссылка, вы даете ее своему партнеру. Партнер должен спросить ссылку, попросить у своего спонсора. Итак, что дальше? Вы вставляете эту реферальную ссылку строчку браузера, нажимаете Enter и проходите вот на такую вот страницу. Здесь нужно нажать регистрация. Далее вы должны будете ввести свой email адрес рабочий обязательно и придумать пароль. Здесь вот показывается ID номер человека, который вас пригласил, и нажать кнопочку зарегистрироваться. Давайте я сейчас введу тестовые данные, чтобы просто показать, как это работает. Обязательно email должен быть рабочий. Так, и придумаем пароль. Видите, пароль отображается, да, но я делаю тестовый, поэтому ничего страшного в этом аккаунте нет. Значит, пароль, кстати, можно поменять после регистрации, так что это вам такой вот тестовый пароль показываю. Даже еще вот возьму, напишу. Тест. Все, нажимаем зарегистрироваться. Регистрация завершена, на вашу почту было отправлено письмо для подтверждения данных. И войти. Значит, что мы делаем? Сейчас мы зайдем на почту. Сейчас мы обновим страницу с почтой.
Так, проверим спам, потому что он может быть спам. Так, пока ничего нет. Так, ну письма пока нет. Значит, что, давайте нажмем «Войти». Введем, попробуем, да, зайти в свой бэк-офис. И пароль. Вот. Значит, что мы делаем с вами? Значит, заходим мы в свой бэк-офис. Что здесь у нас в бэк-офисе? Значит, можно подписаться на новости ВКонтакте, получить 5 к рейтингу. А также установить расширение, чтобы видеть рекламу и зарабатывать деньги. Также у нас есть кнопка «Неквалифицирован», да, то есть это значит, что нужно в течение 2 суток посмотреть минимум 10 баннеров для того, чтобы получать от партнерской программы. Что дальше? Значит, вот у нас есть раздел «Личные данные». Зайдете, обязательно заполните их тут. Вот можно сменить пароль ниже. Также дальше «Мои рефералы». Вот реферальная ссылка. Вывод средств. Здесь вы можете выводить средства. Так, для того, чтобы вывести деньги, запомните, придите ваш номер телефона, а также личные данные. То есть обязательно зайдите в личные данные, введите номер телефона, по-моему, там придет смс-ка, с кодом это бесплатно, подтвердите, страну выберите, и, в принципе, все это запомнить и сохранить. И вот есть раздел «Просмотр видео», но... Значит, что здесь? На странице вы можете посмотреть платные видео, а после просмотра вы будете перенаправлены на сайт рекламодателя. Для некоторых видео вам необходимо ответить на контрольный вопрос, чтобы просмотр был засчитан. От 25 копеек видеоролик. Сейчас пока нет доступных видео, так как это в бета-тестировании. Также самое есть раздел рекламодателя. Вы можете заказывать даже сами рекламу. Вот, кстати, и про видео здесь говорится, и, значит, добавить рекламу, давайте нажмем, посмотрим. Здесь вот есть расценки по рекламе. Здесь вот форма заполнения. Вот такая вот, вот такой вот проект SurfEarner, на котором мы будем с вами зарабатывать первые деньги и строить первую команду. Опять же, напоминаю, что данный проект рассматривается как один из этапов, да, первый этап в участии в нашей бизнес-системе идет стартап. Значит, задача, которая является пройти первый этап, заработать первые $2 на Perfect Money, главное, чтобы у вас деньги были на Perfect Money, и минимум пригласить 3 человека в данный бесплатный проект. Это один из первых проектов, следите за новостями. С вами был Владимир Печеный. Тема данного видео была регистрация на SurfEarner. И также хочу напомнить, чтобы вы не забыли, что после регистрации, после заполнения всех данных, вы должны установить расширение. Смотрите следующее видео, в котором вы узнаете, как правильно установить расширение на ваш браузер. До скорой встречи!